Фугасные управляемые танковые выстрелы раздельного заряжания. Для расширения круга решаемых танками огневых задач были разработаны новые выстрелы 3 УБК-20Ф с управляемой ракетой 9М119МФ и 3 УБК-20Ф1 с управляемой ракетой 9М119МФ1 с оригинальными фугасными и осколочно-фугасными боевыми частями. Выстрелы предназначены для стрельбы из 125-мм танковой пушки по легкобронированной и небронированной технике, расчетам противотанковых средств, живой силе противника, сосредоточенной на открытой местности или в укрытиях различного типа. Управляемая ракета 9М119МФ состоит из отсека управления, маршевого двигателя, фугасной боевой части, стабилизатора с лопастями и блока приемника. Управляемая ракета 9М119МФ1 состоит из отсека управления, боевой части осколочно-фугасного действия, фугасной боевой части, стабилизатора с лопастями и блока приемника. Управляемая ракета 9М119МФ1 имеет дополнительную боевую часть осколочно-фугасного действия, установленную взамен маршевого двигателя. Выстрел 3 УБК-20Ф1 отличается увеличенной мощностью боевой части, при этом максимальная дальность стрельбы снижена до 3500 метров, что соответствует дальности начала боя для рельефа равнинного типа. Кроме того, данный выстрел имеет преимущество в скрытности на траектории полета за счет отсутствия маршевого двигателя в конструкции ракеты и не может быть обнаружен с помощью датчиков ультрафиолетового излучения ракетных двигателей, устанавливаемых в некоторых комплексах. Ракеты выполнены по аэродинамической схеме «Утка» и имеют складывающиеся лопасти стабилизатора. В сложенном положении лопасти и блок приемника закрыты поддоном, защищающим их от воздействия газов метательного устройства при выстреле.